трудно определить, что такое актерская байка. Ну, это как маленькие новеллы, а... Красивая песня. А колисти такие песни спевали на свадьбах по-нашему, на весельях. Теперь уже так не спевают. Не, але все одно женятся. Так, усе проходит, все минаю, все всплывая, а молодые, як женились, так и женятся, женятся, женятся. О, нияк не супокоится. А какие ранее были... Веселье. Ой, теперь уже так не гуляют. Коли ласка, запытайте у старейших. О, ось, например, дед Тимох. О. Дед, скажи нам, коли ласка, какие ранее были веселье? А? Я кажу, какие ранее были веселье, дед. А? Какие ранее были веселье, дед? А? Дык помер уже, слава богу. И Чарненко помер. Каратей кажучи, гэта былі не вяселлі, гэта была паэма. Паэма, гэта была опера. Опера у трох дзеях з масавымі буфетамі. Ну, опера, дык опера. Хлопцы, дзея першая. Вечар, хата, окно. Каля вакна яна, Ганна, вочы, коса і ўсё астатняе спявае. Што за месяц, што за ясны? Замуж хоча. В ночу свеціць, а ў дзень не. Сільна хоча. Что за миленький дружок? Так хочешь, аж говорить не может, только спевает. Кали придет, кали нет. Ой, той же вечер. Речка, коли речь верба, коли вербы стоит ён. Янка, шапка, о, усы, о, о. Вот такие. Халифе. Модные, спевая. И не пил бы, и не ел бы. Жениться хоча. Да чернявая девчины полетел бы. А еще вчера не хотел. Да чернявая девчины полетел бы. А сёння прачнуўся і кажа. Тата, жаніце мяне хутчэй, бо мне ўжо наснілася. І пайшлі сваты. Эх, сватаць Ганку за Янку. Кумы,
горача. Ага, холодно. Да не, кум, холодно. Ага, горача. Ну шо? А не зайти нам у корчму, а? Тьфу! Не, не можно. Але доведется, бо мы мимо яе уже третий раз проходим. Заянку! Заганку! Заянку! Заганку! Где я третья? Сельские могилки. Кум, ты где? О, Господи! Кум, ты где? О, Господи! Спи спокойно, дорогой Микита. Фу ты, Господи, свят, свят. Спи спокойно, кум! Микита помер. Та чорт з ім, з Микитой. Куди ми йшли? А чорт його ведає, кум. Слухай, пойдем отсюль худший. Пойдем і посватаєм Янку за п'янку. Ганку за Микиту. Ганку за Ганку. Тая ж ноч, хата. У хаті батька Ганни чакає. Давно чекає. Добрий день вам у хату. Летів орол. А що далі? Пташечка. Ага. Летів орол, пташечка. А що далі? Стрел голубку птушечку. А, летів орол пташечка, стрел голубку птушечку. Що далі? А далі, кажуть, пустіть, кажуть, погреться. А то так випить хочеться, що аж переночувати нема де. Ти не, летів орол. Ну випить летів орол, і голубка. І ось так вони літають ще три часи. Батька чекає, мати чекає, ой, Ганна чекає. Ай, кошка чекає. І нарешті... Слухай, кум, а чого ми всі у гэта гняздо прилетели? Ага. О, дык давайте нам вашу голубку, бо у наших птушек уже ноги не тримають. Батька Ганни! А, замуж! А, Ганна, отойди отсюда. Яно у нас еще молодое и дурное. Зусім дурное? Не, это я так фигурально. Что? Я кажу, Ганна у нас вога фигуральная. Так это ж твое, что нам треба. Ганна, отойди отсюда. А что у вас за орол? О! Да нет, у нас орол. О! Да хиба ты его не ведаешь? Ну, конечно, конечно, батька ведая, ведая, але такие звычаи. И пошло, поехало. Домовились, переговорили. Да не, посварились. А, знову переговорили. Да я знову посварились. Ну, знову переговорили. А, о, коли, с кем, який пасах за девчонку? Кого позвать у гости, одним словом, посватали. А это значит, будет веселье. А вот теперь давайте покинем наших молодых и подумаем. А кто б сегодня, вот у наш час, мог бы взять на себе такую отказную речь, как сватанье? О, да несомненно. Служба быту. Добрый день, дядька, мы до вас. Ваше прозвище? На выборы не пойду. Летя урол, строй голубку на дискотеке, просит руки сердца 12.50, с вас Запорожца, с вас 12.50. Вам кого? Да я скажу, летя я устрою, просит руки сердца Запорожца, с вас 12.50. А может вам макулатуру? Дядька, у вас орол, у нас решка. У вас а, может вам у зоопарк? Дядька, ты дочку замуж отдаешься, что робишь 12.50? Замуж? Так я, ну, у нас еще молодое и дурное. Иди отсюда.
Як гэта маладое? У трэцім класе. Што? Парковая 3 кватэра 7? Наадварот, парковая 7 кватэра 12.50. Ту! Стоп! А што ў цябе з горлам? Радикуліт. З цябе 12.50? За што? Я табе зараз банкі паставлю. Якія? Трохлітровыя. Теперь давайте снова вернемся в хату Ганны и поглядим, что ж там отбывается. Замуж на все житё. Бывайте, подруженьки, бывай, родная хата, бывай, дявочая коса. И захудели цимбалы, заспевали скрипки, сыпанул бубен, бо веселье – это весело! А говорят, что я старая, только мне не верится. Ой, якая я старая, на мне все шевелится. На горы стоит туман, сушится пеленочка, вся любовь твоя обман, окромя ребеночка. Собирайтесь, девки, в кучу, я вам чучу отчебучу, скиньте девки по рублю, я вам деток нараблю. Сапраўды, сапраўды, ранейшае вяселле гэта была опера. Ну а цяпер, сёння. Сёння гэта проста кіно. Дарагія Грыша і Міша, и Маша. Сегодня вы выйдете отсюль и пойдете, и пойдете, и пойдете, идите, пожити разом. И вы будете исти, 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 идти, покуль не разбежитесь. Запомните этот день и приходьте до нас еще. И приходьте до нас еще, и приходьте до нас еще, и приходьте. Ну а далей, далей картина всем знакомая. Кафе, светомузыка, машины с ляльками, официанты. Тамада широкого профилю, сам женился 4 разы. Не надо, не надо. А брат ведает, как свои 2 пальца. Чуваки, кач. Леня, что за хохма? Дорогие гости, родичи и посторонние. Я не веду, откуда вы взялись, бо домовлялись на 150 особ. Гроши дали на 150 особ. Дружинника выкликали, 150 персон. Шутка. Разберитесь, кто откуль, бо я тут бачу некоторых персонов еще с прошлого понеделка. А зараз танцуем усе. Чуваки, хач. Леня, что за хохма? А зараз слово батькам. Персонально мать и молодой Иван Сергеевич. Что? Правильно, Галине Дмитровне. Дорогие дети, дорогая Анджела. Анджела, еще вчера ты была маленькая, а потом пошла в школу, а сегодня пошла замуж. Ты так, так быстро, что я вот не ведаю, как зовут этого мужчину. Анджела, мы тебе николи ничего не шкодовали. Сказали 6 тысяч на веселье, дали. Музыкантам по 200 рублей дали. Леониду Петровичу 60 рублей дали. Леня, что за хохма? Не треба, что давали, то давали. Мама, мама. Анджела, живите дружно с этим мужчином, покуль мы не раздамо долги. Танцуем все! Чуваки, Кать. Леня, что за... А зараз несколько нормальных слов
хоче рвануть сябра молодого. Як тебе зовут? Коля. Коля з Пятигорска. Витек, ё-моё. Слушай, Витек, ну, я торчу в натуре. Не, Витек, слушай, я хочу рвануть несколько нормальных слов. Ёкало мене. Не, Витек, слушай, ну мы тебя николи не забудем. Ёпарасуды. У, блин! А! И пошло, пойдем. Лаванда, гор разом с Рейганом, Бушем и Кагановичем. Тихо. Тихо. Что это? А это? Это заспевали на тым конце стола. Тихо заспевали. Не улад. Забивают песню электрогитары, забивают песню молодые, здоровые ноги. А она пробивается, как быцем крыница с под каменью. С самого дна, с самого сердца. Значит, она живе там? Так, она живе, покуль живые мы. Это значит, что все будет добро, что все наперед. И народятся новые, красивые люди. Появятся новые обраты. И будет хорошо и весело у нашем доме. Бо веселье – это весело! Тебе мил, не гуляй со мной.
слез, сам глядел в глаза. Ты колхозница, тебя любить нельзя. Ой, чубчик мой, чуб волной, волной говорила тебе мин. Не гуляй со мной, ой, чубчик мой, чуб волной, волной, волной говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Гулять не собираюсь я, ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной, ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Эй, на столе стоят помидорчики, целовал меня, милый, в коридорчике, ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Эй, на столе стоят огуречики, целовала меня, милый, на крылечике. Ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Ой, чубчик мой, чуб волной, волной, говорила тебе, милый, не гуляй со мной. Скажи мне, дорогая, ты в Москве бывала ли? 20-этажные домики видала ли? Эх, опа, опа, опа! А не фарси, залетина на вас рубашки, тетина и штанишки, дадины, ресторане дадины. Играла венка весело на тоненький мотив. Собирай, милаша, тряпочки, пойдем в кооператив. Эх, кум, Бронька, ты гармонь, Дронька, я кума Фенька, поближу маленько. Ой, залетка лысая, ты куда же его деть? Если зеркала не будет, буду в лысину смотреть. По плечо, подкормлю его дрожжами, подрастет он еще. Я теперь и научилась самогончику варить, и из полпуда 8 литров вся до капельки горит. Водки мы теперь не пьем, колбасы не кушаем, банку Брагина вернем, президент слушает. Да! Веселый путь взял. Разила меня мать, куриное яичко, развернула, посмотрела, а я большевичка. Вот и раз. Перестройку без частушек невозможно вытерпеть. И по форме, и без формы научились мы пузить, и у всех свои платформы. Только нечем их грузить. Товарищем на пару выбивали косяки. Неужели нас посадят за такие пустяки? Пойду полисать и ножкой топаную я, прощай, ты жизнь-то подобная. Эх, и правильно живем, как в гробах покойники. Мы с женой в комоде спим, а теща в рукомойнике, да. Как давно уже замечено, жизнь очень быстро меняется, особенно в последние годы. Она ускоряется темп жизни, настроение,
какие-то установки моральные. И теперь, конечно, уже нет времени для того, чтобы писать былины, слагать былины, сказания, все, сказки. Сейчас народу приходится в связи с таким ускоренным темпом быстро откликаться на все происходящее вокруг. Вот с ростом грамотности, например, уже нет былин, нет сказок, но зато осталось замечательное такое фольклорное создание, частушка, уникальная русская вещь, которой нет равной, так сказать, и вообще подобной даже в мире. Она быстро действительно откликается на все события. Ну, скажем, есть вот мгновенно вот в связи со всякими сообщениями о летающих предметах, незнакомых и так далее, появляются частушки, причем они шире гораздо трактуются. Ну, скажем, такая частушка: «Над селом фигня летала серебристого металла, много стало в наши дни неопознанной фигни». Мгновенно, так сказать, какой-то отклик. Инопланетяне, все это, появилась частушка, то же самое. «Наша Танина мудрила, космонавта закадрила, а подружка Танина – инопланетянина». Вот такой вот быстрый отклик, причем, значит, очень яркие эти самые компактные такие высказывания народа о своем времени, о своем настроении. И это все делает, сейчас выполняет роль частушка. А ты, сорока белобока, научи меня летать, а не высоко, не вдалек, только на милого не я его тихого-притихого, а в тихом обуте чертей полым-полно напихано. А на гулянку собирался, мамка супу налила, а с гуляночки явился, под затыльник отдала. Целует. Ах, какой он молодец! Он свои большие губы бережет на холодец. Погоди! Ага. А повстречал на берегу рыжего теленка. Оказалась моя милка, а на ней дубленка. Если я не хороша, то какую ж тебе надо, окаянная душа? А не глядите на меня, глаза поломаете, а я не с вашего села, да вы меня не знаете. Хороший парень, только миленький не мой. Всю бы ночку простояла, не подумала. А я того же. Ничего. Где мои 17 лет? А где моя фигурочка? А где мои три ухажера? Боль, столь, шучка. Я купила холодильник, называется АК. Нет ни мужа, ни молока. Жену в холоде пока. На горе бочка, под горой бочка. Мой муж говорит, а я его дочка. О, это я полетел, полетел бы в одну сторону.
Литературный фонд СССР проводит книжно-путевочную лотерею. Всего за 1 рубль вы отдохнете на побережьях Черного или Балтийского морей или станете обладателем интересной дефицитной книги. Лотерея практически беспроигрышная. Весь сбор от нее пойдет в фонд помощи молодым литераторам. Трудно, что такое актерская байка. Ну, это как маленькие новеллы. А за кулисной жизни театра. Я вообще-то не уверен, что они, ну, всем интересны. Они, как правило, для внутреннего пользования. Всегда актеры где-нибудь на отдыхе или за кулисами рассказывают вот эти так называемые актерские байки. Ну, вот понимаете, вот, например, ну, такую я слыхал, например, замечательную историю в театре ЦДСА. Был замечательный артист Макаров, наверное, помните, красавец такой. И вот какая-то была... Какой-то был спектакль о Сталинградской битве, и в конце он на сцене умирал и говорил, что мне хочется перед смертью испить волжской воды. И, ну, знаете, таких много было пьес. И ему в каске приносили воду, он пил и говорил, ну вот теперь могу спокойно умирать. И финал спектакля. Ну и однажды решили актеры пошутить, и так как это финал спектакля, уже ничего они не рисковали, и он не рисковал, они взяли и решили налить ему в каску водки. И он сказал, хочу испить волжской воды, ему приносят каску, он берет, и никакой паузы. Он как стал пить, не отрываясь, выпил, посмотрел на всех и сказал, еще. И на сцене он остался один. Все разбежались, он посидел, сказал, ну что же, больше, наверное, не принесут, умру и так. И умер. Ну, а я 10 лет работал в детском театре, и в Центральном детском театре. Это был, тогда была просто, я не знаю, сейчас давно уж там не был. Вы знаете, я такой труппы вообще вот не встречал нигде. Это была такая коллекция актеров. Вот Воронов, Перов, Заливин, Щукин, Андросов. Это, ну, боюсь даже кого-то не упомнить. Чумак, кстати, родной брат Алана Чумака. Вот, и была, ну, уж не говоря о женщинах, Спирантова, Коренева, Новожилова, там, Шефер. Это... Куприянова. И, вы знаете, вот там была Академия Травильщиков. Каждый день какие-то случались истории. И я свою, в общем-то, деятельность вот начал тоже с актерской байки. Так получилось. Я только пришел в театр, мы пришли вчетвером. Олег Анофриев, вы знаете, вы его, вот я, Дмитрий Утоня и Татьяна Надеждина. И нас тут же ввели с ним в «Как закалялась сталь». Вот сразу кто-то вышел, уже бы они были, так сказать, ну, уже возраст, и нас молодых туда всунули. И вот, значит, помните, наверное, вот это «Бойерка», это был мой первый спектакль, я страшно волновался. Ну, сцена «Бойерка», помните, когда дрова пилит? Ну вот, и мне сказали, значит, ты будешь играть Ивана Жаркова. Ввели меня, и такой персонаж был, и говорят, когда ты спляшешь, а я тогда умел плясать, все-таки разножки, и все это делал, присядка, и когда, говорит, ты спляшешь, то подсаживайся поближе к бревну, а там бутафорские были бревна. И когда будет свет гаснуть, ты бери это бревно и уходи в правую кулису на дежурный огонек. И я все это отплясал, все, сел поближе к своему бревну, и свет погас, стал гаснуть, я же беру свое бревно и начинаю, и вижу никакого, начинаю двигаться, и вижу никакого этого, фонарика нет. Я туда-сюда во что-то холодное упираюсь лбом, стена, я налево, нет, направо, нет. И с этим бревном хожу-хожу, и в это время за моей спиной свет зажигается, там ячейка начинает заседать, которая, значит, решает вопрос, поднимать восстание или нет. И я, оказывается, в портал уперся, вот представляете, на самом переднем плане, вот так стою с этим бревном, а ячейка меня не видит. И в это время в зале дети зашумели, и вдруг Перов, грандиозный совершенно артист, он играл Жухра, и вдруг посмотрел на меня и говорит, товарищи, вы что здесь? Я таких на стеклянных ногах с этим бревном поворачиваюсь. Говорю, вы дрова нам принесли, замечательно. Мерзнем, очень мерзнем. Пойдем, я вас к печке провожу. И берет под руки за кулисы и говорит, молодец, новый артист, трактовка прекрасная.
Я вышел, там все в панике. Вот. Но это я оказался не один. Следующий был Олег Анофриев. А у него был такой эпизод, когда он говорил, вы пригласили этого же Перова, Жухра и Раненого, и он говорил, вот такая была у него реплика, шли мы дозором, и вдруг из-за бугра белый разъезд. Товарищ командир кинул гранату и самого осколком зацепило. Беляков положил кучу. И говорят, ну вот, а что твой коллега чебучит? Ну уже, знаете, как всегда, артисты за кулисами. И Анофриев сначала, так сказать, снисходительный был по отношению ко мне, что я просто волосился. И он сказал вот что. Когда вынесли этого Жухрая, белый Анофриев сказал так. Шли мы дозором, из-за бугра белый разъезд. Товарищ командир положил кучу, а вот и сам лежит. На сцене остался один рыдающий на носилках Жухрай, больше никого. И парализованный Анофриев, конечно, который понял, что конец карьере, конец всему. На следующий день мы на ковре у Шахазизова. Что такое? Он таким голосом высоким говорил, хорошее приобретение мы сделали, да, замечательные два артиста. И вывезел на выговор за нарушение художественной целостности спектакля. Вот так моя жизнь началась на сцене. Вот видите, с этим бревном, с такой вот актерской байки. Вас тут видели мы спортивную грамоту за футбольные успехи, да? Да, она где-то, да, валялась. Байка и спорт сочетается. Вы знаете что? Я в очень серьезной команде играл в футбол. Она называлась «Команда Московского художественного академического театра». Вот вы только зря улыбаетесь, потому что знаете, кто был у меня капитан команды? Нет. Николай Озеров. Во как. А он прекрасно играл в футбол. Он одновременно комментировал, да, футбол? О, нет, он тогда был артистом МХАТ. Он тогда еще не был спортивным комментатором. Он был, был чемпионом страны, он был артистом МХАТ, чемпионом страны по теннису. И он играл за первую клубную «Спартака». Футбол. Прекрасно. Ну, в силу того, что он был, так сказать, такой, ну, так сказать, тучный, он в суперзвезды футбольной, так сказать, не выбился. Вообще он играл классно. А у нас была очень серьезная команда. И вы знаете, я противно играл, я такой был цепкий, я, ну не пропущу, вот что угодно. И когда у меня такое было прозвище «Седой», потому что у меня была большая копна волос, а сейчас уж я из них вырос, вот, и они выгорали, и у меня совершенно был белый. И такой так за мной числили, так, два прозвища с детства, «Швейк» и «Седой», и почему-то артистом меня иногда называли. Ну вот, и знаете, я играл противно, потому что я, ну, не пропущу, и когда мы начали проигрывать, или Озеров, или кто-нибудь говорил, Седой, оттянись, ну, в защиту. И я уж не пропущу. И там была такая команда, «Красный факел», и там был нападающий Лобов. В общем, я в историю советского футбола. Скажите, что мы заняты очень. Да сами скажите, Дуров не может, он умер. Скажите сами. Алло, будьте добры, позвоните, пожалуйста, через час. У меня тут очень серьезное дело, ладно? Ага, спасибо. Потому что действительно серьезное дело, я уж. Ну вот, и вот этот Лобов, он огромный был. И когда мы в раздевалке раздевались, он спрашивал всегда за ширмочкой, Седой играет, и ему говорят, играет, убью. У него одна реакция была на меня. И вот этот, значит, вот этот самый Лобов, да, он на мне, по-моему, закончил спортивную карьеру. Почему? Вы знаете, тогда так мы играли, у нас такие были, знаете, трусы у всех. Вот, ну, чем длиннее, тем красивше. И еще заглаживали их, как брюки. У меня где-то тоже фотография есть, динамовская. И, по-моему, даже подарок Хомича. Вот у всех вот такие трусы. Почти до щиколота. И все вот такие стоят. Очень смешно. И длинные трусы. Это было модно. Модно. Красиво. Ну вот. И вот и тогда мы в таких трусах играли. И вот это такая вот беда случилась однажды, мы играем, и вот этот Лобов, он просто меня уже, надо злиться на меня, и тут он меня обыграл. Я проваливаюсь, знаете, что такое провалиться, да? Ну, проваливаюсь, и он выходит один на один с нашим вратарем. И я разворачиваюсь и вижу, пропустил я его. Думаю, ну что делать? Я скорости не могу же такой набрать, он массивный, здоровый, я же, вот видите, а тогда совсем был. А, сейчас я вам покажу, какой я был. Ух, я тут фотографию свою нашел одну, классную. Это мы немножко эротики внесем, ладно? Ну, а сейчас обязательно надо в каждую передачу немножко внести, да? И я понимаю, что я его не догоню, и думаю, ну, надо заваливать его. И я разбегаюсь, как вратарь, так прыгаю, хватаю его за бедра, падаю, и вдруг в ужасе вижу, что у меня в руках трусы. И я так поднимаю голову, и розовая мелькает, я все понял, зажмурился, и так трусы выпустил, и стал назад отползать, буду, я не причастен.
А он, черт бы его побрал, играл в нарушение формы. Он без бандажа и без плавок. И маечка такая закороченная. А он ничего не... Он, ну, широкий, он вылетел и прет к воротам. Наш вратарь увидел. Он видит то, что он заваливается, падает вратарь, за живот держится. И он не может собрать. А потом уже, когда вдруг случайно на мяч посмотрел, понял, и, значит, что на стадионе началось. А команда казалась какая-то странная. Они его, знаете, они не то чтобы окружить его, ну, и его прикрыть, они его как лошадь вводили в оглобли за руки. И он как дурак с идиотским совершенно лицом идет, они его в трусы ввели, значит, потом уже вздернули на него, ну и все, он погиб. А на следующую игру выбегает, кричат: Лобов, держи трусы, где седой, и конец. А королю известно, что мушкетеры самые храбрые люди на земле. Можете отдыхать, господа. Мушкетеры короля к бою! Шпаги на голо, дворяне, пыль парит же этот враг. Всюду кровь на лильской гани, на барабанских кружевах. Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я влетающий металл? Кровопролитие, 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 кровопролитие. Дуэлянты забияки, вы клинки скрестили в нос. Вы деретесь ради драки, ради смеха льете кровь. И когда предсмертный крик затрепещет, словно птица, ваша совесть ни на миг не пробудится, не пробудится, не пробудится, не пробудится. Хоть за трон на ратном поле кровь пролить вам не впервой, но ее куда поболе на парижской мостовой. Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я грудь, влетающий металл? Кровопролитие, 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 кровопролитие. Если сам нам шпаги дал, как могу остановить я грудь, влетающий металл? Кровопролитие, кровопролитие, кровопролитие. Я в Голливуд ездил сниматься, получил приглашение из Голливуда, конверт американский, я искал переводчика, и там было написано, что я приглашаюсь в американскую картину, и с американской стороны будет сниматься Аль Пачино, Дастин Хоффман и Пол Ньюман. Я так радовался, потом оказалось, что это Никулин мне прислал это письмо. Да, вот. Юрий Владимирович, конечно. Да, потом я награждался орденом Трудового Красного Знамени, я поехал на награждение Верховный Совет, там оказалось, что это Ширвин меня вызвал туда. Ну, это жуть, это вы же знаете. А чем отвечали вы? А? Ну, тоже отвечал. Ну, вы думаете, так я оправдываю свою фамилию и такой, да, лопоухий, что, мол, меня давайте разыгрывать, а я буду молчать. Нет, у меня тоже Никулин ездил на кинопробы, на Ленфильм. Я ему с Ленфильма позвонил, советско-шведскую картину. Так что все в порядке. Вот. Ну, и мне однажды позвонил, говорят: здравствуйте, здравствуйте. Это, говорит, Софинфильм. С вами хочет познакомиться Питер Устинов. Я сразу думаю, кто же это такое? Никулин, Ширвинт, это голос не знаю. Они все время изобретают. То кастрюлю на голову надевают, чтобы голос исказить, то в стакан, говорят. И я думаю, ну, я, к сожалению, слова знаю, ну, трудное военное, послевоенное детство. И я думаю, что я там буду гадать? Я говорю: вы знаете, у меня Софинфильм, у меня к вам предложение. Они говорят: да, мужчина там. Я говорю: не пойти ли вам вместе с Питером Устиновым? И говорю: куда? Вот, это мужик настаивает, говорит: нет, ну, не, действительно, я думаю, вот мерзавец. Ну, я еще длиннее адресат, ну, вы знаете, адресат разные бывают. Укороченных, они во всем мире, кстати, одни и те же. Ну вот, и я, значит, да, вот он говорит, он посылает. И женщина берет трубку, говорит: Лев Статьевич, на самом деле, Софинфильм, с вами хочет познакомиться Питер Устинов. И я поехал навстречу
с ним. И со мной Софанфильм, такой напряженный, весь, несколько человек. И мы входим в номер Питера Устинова, а он огромный, так, по крайней мере, мне показался, как баобаб. Сейчас я даже, может, посмотрю, вот книжка подарена, я английский язык не знаю, а «Моя Россия», книжка вот Питер Устинов, вот, по-моему, точно, вот он какой, Питер Устинов, я не знаю, что он тут мне понаписал, вот, знаешь английский язык ты? Тоже не знаешь. Ну, тут Лев Дуров, и что-то на-на-на-на-на. Ну, я не думаю, чтобы он написал мне плохо. Наверное, что я хороший. Ну, вот. И эту книжку он потом мне подарил. И так вот, вот он, видите, он какой? Красавец огромный, с огромной бородой. Этот Питер Устинов. Вот. И я вхожу в номер. Ну вот, и я, значит, вхожу в номер, и он набрасывается вдруг на меня. Лев! А он такой громкий, шумный. Я думаю, а как мне себя вести? Ну, тоже как-то нормально. Я говорю, Питер! Ухом к его пупку прижался, он такой, как баобаб. И орём стоим, этот Софанфильм на нас смотрит, думаю, что это дурака валяли, старые друзья, что-то кокетничали, не незнакомые. Он говорит, там, садись. Ну вот мы сели, он говорит, ну дай, ну мы чуть-чуть дали, ну, так у него было, он же иностранец. Ну вот, и посидели, я, значит, ему говорю, мол, Питер, чего тебе нужно? Он говорит, видишь ли, вот я, канадская телекомпания будет снимать многосерийную картину о вашей стране, по книжке «Моя Россия». Я говорю, книжка, знаешь, такая книжка есть? Говорю, у меня нет, я тебе ее подарю. И мы, я говорю, что это тебе, значит, от меня нужно? Он говорит, видишь ли, я сам буду играть Питера Устинова в этой картине, буду ездить по вашей стране, рассказывать о ней, но буду брать интервью. Буду брать интервью у Достоевского, у Толстого, почему-то у Обломова, у Ивана Грозного и, по-моему, у Ленина. Я говорю, я при чем? Он говорит, как при чем? Ты сыграешь у меня Льва Толстого. Я говорю, тебе ничего не кажется? Он говорит, нет, ты Лев, он Лев. Он такой легкий очень человек. Я говорю, только осталось теперь написать что-нибудь вроде «Войны и мира». Он говорит, это успеем, у нас будет время. А вот так все. Ну вот, ну я думаю, ну ладно. Думаю, так неудобно, тем более он такой гостеприимный. Сразу сказать ему то, что я хотел сказать. Я говорил по телефону Софанфильму. Ну вот, и он дает мне сцену. Сцена трудная, 909 год, это за год перед смертью Толстого, когда он все отрицал. Вы знаете, все отрицал. Себя отрицал, Пушкина, Бетховена, все отрицал. Но не важно, что он отрицал, важно, что наставил. Ну хотя дедушка был тот еще, конечно, серьезный. Ну вот, и я говорю, да. Ну, я прочитал сцену, думаю, ладно, поеду на телевидение, наклеюсь, все станет ясно, что я не похож, я скажу, Питер, кощунствовать не буду, великий русский писатель, и так тактично из этого дела выйду. И приезжаю на телевидение, меня сажают за этот столик гример, приклеивают мне на мою, такую бороденку носил, приклеивают толстовскую бороду, так вот две брови, усы, и меня разбивает паралич. И гримеры. И я понимаю, что я влип. Это одно лицо. И потом такой делали опыт. Вот носили на руке фотографию Толстого и мою по телевидению. Говорили, на одной фотографии не Толстой. Где не Толстой? Все смотрят и тычут в Толстого. Я оказался на порядок толстее Толстого. Ну вот. Ну и отступать было нечего. Я понял, что я погорел. И вот мы поехали в Ясную Поляну. И вот тут была замечательная, сейчас мы говорим все время там о падении культуры, мне надоело уже в мрачных тонах говорить, я уже боюсь телевизор включать, знаете, как не включишь, все, уж и так-то, а тут и еще чего-нибудь. Ну вот, а вот тут замечательное о нашей культуре, но смешно, мне так, по крайней мере, показалось. И вы знаете, вот мы с Питером Устиновым, значит, поехали, нам дали вот эту начальственную машину, вот эту членовоз, вот эту большую, так сказать. Ну, а вы знаете для чего, они операторские машины, они тяжелые, чтобы не дергалось на ходу. Ну вот, и мы в такой машине в Ясную Поляну поехали. Едем, а что-то есть охота. А так вот слева Сельмак. И я говорю, значит, говорю водителю, притормозите, что-то есть охота. И только приказался вылезать, смотрю, справа пост ГАИ, вот этот стакан. И вижу, как падает, просто буквально падает инспектор и начинает бежать к нам. Он даже на номер, видно, не посмотрел, видит, машина громадная, что он пропускает, какую-то правительственную машину прозевал. А я забыл, что я Лев Николаевич-то. И я так открываю ее и навстречу. И вы не представляете, что с ним сделалось. У него лицо вот так, и он все свело, и он как от пчел, от меня. Так, ну, у него, я так понял по лицу, что у него все сместилось, мол, обманули по хрестоматии в школе. Мол, уйти из Ясной Поляны ушел, не помер, и ему возвращается. Я решил подыграть, я говорю, командир, да не волнуйся, говорю, из эмиграции возвращаюсь.
Вот это мой, говорю, слуга, Джон Питер, хрюкает, а не замолчи, Джон. Я говорю, это мой слуга. Я говорю, в сельмаге есть чего-нибудь поесть? Он говорит, ничего, есть, как дунул туда. И я тогда, когда уже вошел в магазин, я понял, почему. Вот так не может быть. Вот в 8 утра продавщица была пьяная, ну, не то слово. И она, вы знаете, странно себя вела, замечательно. Он, видно, ей сказал, мол, Клава, там, я не знаю, возьми себя, дура, в руки, Толстой идет. И когда я вошел, она так видит же знакомое лицо-то, Толстой. И она, вот не знаю, какие у нее были намерения по отношению к графу, то ли сексуальные, то ли, наоборот, какой-то там дефицит. Она, знаешь, сделала вот так, ну, замечательно. Она так бюст, она смотрела на меня, так бюст вздергивала, ее так заносила, она опять за прилавок ухватится, так, вот что этот жест обозначает, уже женщин спрашивают, они не знают, говорят, ну, не важно, как-то она вот так. Ну вот, и Питер совсем стал выйти, я говорю, выйди сейчас же, сторожи чемоданы. Ну вот, и поехали в Ясную Поляну. Ну и отснялись, два дубля сняли, и Питер был очень доволен, что так все хорошо получилось. И мы едем обратно, и, да, кстати, когда снимался, я сижу за столом, за толстовским столом, я говорю, ну нехорошо, как-то кощунство. Они говорят, да нет, уже многие сидели, так что спокойно. И я сижу в этой шапочке, в этой толстовке, и смотрю, операторы камеру поставят, опускают, начинают смеяться. И смотрят наверх. Я посмотрел, а над моей спиной висит фотография Толстого за этим столом, и он тоже, как и я, делает вид, что все это там пишет, что работает. Ну вот. Ну и едем обратно, и смотрю, на этом посту стоят 5 милиционеров. Я говорю, Питер, это нас ждут. Он говорит, перестань. Я говорю, точно. И они тормозят, я вылезаю, они говорят, слушай, Дуров, что ли? Я говорю, ну да. Они говорят, твой утренний готов в больнице. Я говорю, что такое? Все. У него нервные потрясения. Он, говорит, пришел к начальнику, говорит, озверели совсем, Толстой без охраны, поехал в Ясную Поляну, а вы вот всех поснимают к чертовой бабушке. Тот говорит, подожди, Вася, какой Толстой? Он говорит, помните, женщину паровозом задавила? Это вот он описал, все, все вы полетите. Тот говорит, Вася, сними портупею, сдай оружие. Они его разоружили и домой. И он по дороге всем шел и орал. И его вызвали неотложку, его отправили. Он, говорит, 2 недели, ну вот он отошел, ну вот, пролежал. И, ну вот, знаете, они вот расторопные, они, вот Питер и Устиновы. В чем дело? Через некоторое время говорят, Лев, Питер хочет с тобой встретиться. Он вот вернулся откуда-то и снимает на Новодевичьем. Я поехал, мы встретились, он мне подарил вот эту книжку и иностранную литературу, журнал. И говорит, это дома. Я приезжаю, смотрю, Питер Устинов, Лев Толстой, милиционер. Вот что сейчас я вам все рассказал, вот уже мерзавец быстренько раз и написал. Наверное, еще рублей 7 получил за публикацию, наверное. Ну, с Толстым, как говорится, ясно. Неожиданное совпадение, да. Но... Любопытно, что же вам не так понравилось? Господи, где же? Зоя Васильевна! Вы получили мое письмо? А разве вы писали? Нет, шучу. Конечно, получил. Я знал, что это должно было случиться. Я знал, что рано или поздно это должно произойти. Нет, я замужняя женщина, и я не должна... То да. есть я должна скрывать... Да, конечно, если ваше письмо попало в руки какого-то фата, но я человек серьезный. Зоя, Васильевна, сейчас. Я себе цену знаю. Конечно... Где это понять этим господам, Пьером и Жоржем? Потому и строят всякие шутки. Но я на них не претендую. Они для меня слишком мелки. Вот бы сейчас они увидели меня. Наша любовь, она требует тайны. Да, конечно, тайны. Но просто обидно. Обидно, что они меня сейчас не видят. А я буду держать это глубоко в секрете. Ну, просто обидно. Обидно ведь, что за шутки, когда тебя любят. Ведь вы меня любите? Люблю. Вы меня любите? Люблю. Вы меня любите? Люблю. Зоя Васильевна, вы меня любите? Я вас люблю. Ах, любите? Жестокая, зачем жестокости своей? Не видишь ты души за внешним обрамлением? Ужель павлин блестящим оперением тебе милей? Чем скромный соловей. Ужель жестокая, ужель тебе милей,
павлин, чем скромный соловей. Странно, что у меня, сами видите, какой, так сказать, голос. Я его когда-то в детстве, что ли, загубил, не знаю. Но он у меня такой, как сказать, как говорят, специфический голос. Вот, без обертонов так. Но, вот почему-то отважно я несколько раз пел. А вот знаете, когда я начал первый раз вокал? Это «Красавец-мужчина». Это Микаэлян снимал вот Островского «Красавец-мужчина». Но это была замечательная тоже вещь. Я разучивал как романс. А у меня там что-то жестокое, зачем жестокости своей ты предалась красе бездумного, бездушного предмета? Уже ли тебе холодный пламень цвета, милей огня из любящей груди? Ну, как роман споется? Вот так, я так вот его и выучивал. И потом прихожу в студию, такие пришли два супермена, женщина и мужчина, по-моему, муж и жена, два пианиста, виртуозы. И они говорят мне: ну, Алексей Александрович, вы как? Я говорю: ну, я так, в общем-то, выучил, и вроде. Они говорят: да? Ну, давайте прям первый дубль запишем, а потом посмотрим. Я говорю: ну, конечно. Я так встал, иду, смотрю, они начинают так. Там-та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 . Жестокая, зачем жестокости своей? Я смотрю, они друг на друга, на меня. И у них вот безумные глаза. И, в общем, короче говоря, я понимал, что я из одной тональности в другую куда-то отставал, но к финалу пришли все вместе. Бум! И остановились. Они на пол сползли, говорят: такого мы не видели. Я говорю: что? Ну, чтобы человек уходил из одной тональности в другую, чтобы отставал на 4 такта, потом догнал, потом опять ушел, и потом все-таки в финале прийти все вместе, такого, и говорят: давайте так, ведь режиссер, она ведь такая привередливая, давайте сделаем так. Вот мы один дубль дадим, и все, а если заставит нас, потом перепишем. Потому что это надо сохранить, это произведение. И так в картину и вошло. Зоя, я люблю тебя очень. Федя. Как что, уже Федя? Федя. Ага. Зоя, если бы сейчас там вдруг... луна, и вдали пруд. Какое блаженство, Зоя! Ну зачем же нам луна? Как? Ой, лед. Что? Ой, ну вы холодный как лед. Я лед? Да. Я лед? Жестокая, зачем на жизненном пути ты верилась в красе бездушного предмета? Уже тебе холодный пламень света, милей тепла из любящей груди. Ужель жестокая, ужель тебе милей павлин, чем скромный соловей? Даже я дурак, может, рассказываю все время. Но все говорят: что ты не пишешь, что ты не пишешь. Все же пишут, а ты не пишешь. Ну, у меня, во-первых, такого дара нет. А во-вторых, ну, это же, так сказать, как, конечно, байки. Это же, так сказать, вокруг. Это же не суть. Хотя, наверное, во многом наша жизнь из байк-то и состоит. Они, может быть, ее немножечко, так сказать, украшают и делают ее повеселее.